После вот этого случая, конечно, вся жизнь просто перевернулась на 180 градусов. И мам... Взрослый, большой мужчина и... В одну минуту, прям секунду, он становится просто немощным, беспомощным. Ночное нападение у магазина полностью перевернуло жизнь Игоря Евстратова. Здесь стояли два мужчины. Они попросили у меня закурить. Я подошел, дал им закурить, постоял, тоже с ними выкурил сигарету, попрощался с этими мужчинами, повернулся, сделал один шаг и все, почувствовал удар сзади в голову. В себя Игорь пришел через сутки. После комы. Открытая черепно-мозговая травма. Ушиб и контузия головного мозга. Перелом в правой височной доле. С таким диагнозом Игорю дали третью группу инвалидности. Любимую работу шеф-повара пришлось оставить. Вот долго не могу работать, потому что сразу ощущение квелости, вялости. Вот эта головная боль начинает повышаться. Сначала выручала пенсия по инвалидности. Но потом группу сняли. Я больше не знаю, куда обратиться, чтобы помогли моему мужу. Я попросила адвоката Ивана Сафроненко разобраться в деле об инвалидности и помочь Игорю Евстратову. Чем помочь вам? Понимаете, такая ситуация. Сняли инвалидность, да. Группу тоже, да? Вот, сказали, что я здоров, но я чувствую, что я не здоров. Я вас понял. Мы снабдим вас специальной аппаратурой, и нам придется пройти вместе с вами несколько лечебных организаций, побывать у нескольких врачей. Я буду рядом с вами, я буду подсказывать и помогать вам. Вы согласны с этим? Да, конечно. Хорошо, тогда пойдемте. Наших героев с адвокатом Иваном Сафроненко состоялась месяц назад, и уже сегодня они готовы рассказать нам, чего удалось добиться за это время. Жалуйтесь кому хотите. Так мы сегодня расшифровываем аббревиатуру ЖКХ. Игорь, Анжелика, Иван, проходите, мы ждем вас в студии. Чтобы разобраться в этом деле, мы приглашаем в студию наших сегодняшних экспертов. Встречайте. Уважаемые эксперты, здравствуйте, спасибо, что вы пришли на эту программу. Игорь, сколько времени вы находились на инвалидности? 3 года. 3 года. А за это время ваше состояние здоровья улучшилось? Нет, не улучшилось, не ухудшилось, но в худшую сторону. Стабильно? Ближе. Ближе к худшему? Худшее, да. А сейчас себя как чувствуете? Ну, сейчас на данный момент вроде ничего, но так какая-то... А вы пытались выйти на работу? Ну, вообще-то просто... Чисто физически уже поварской работой я не могу заниматься. Угу. Но даже, это все-таки такой жаркий цех. И нет, это вообще сложно. Даже доктора сказали, что вам лучше туда даже теперь не ходить. Пробовал устраиваться в охрану 10 дней. И здоровье не позволяет. Да, Игорь Александрович, идите домой. А как вы узнали, что вам не продлили инвалидность? Я пришел на комиссию. На ВТЭК и на продление. И то есть ничего не подозревая, и вдруг узнаете, что она вообще снята? Абсолютно, потому что говорили, что эта группа, вернее, эта травма не снимается вообще. Скажите, пожалуйста, Иван, с чего вы начали это дело? Куда пошли? В первую очередь мы обратились в поликлинику к лечащему врачу. Давайте посмотрим, согласен ли лечащий врач Игоря с решением комиссии о снятии инвалидности. Внимание на экран. Игорь и его адвокат идут к лечащему врачу, чтобы узнать, согласна ли она с решением о снятии инвалидности. Ну вот скажите, как вы, как наш лечащий врач, вы вообще согласны, что нас вообще сняли группу? Да, но все они согласны, мы сдавали само удостоверение. А вы можете нас поставить на повторное освидетельствование? Я не посылаю. Не посылаете, да? Я объясняла, что у меня
уже вообще ничего не делаем. Я прошу, я можно выйти. Если заказчика считается оказание, вот и вы пишете заявление, не важно правильно. Она пишет все правильно. А вы пишете заявление, ну хорошо, вы собираете, вы не согласны. Угу, угу. Это же ваше дело, как бы там выражение, если вы сами даете на себя, да, городку, как федеральную, не мы направлены. Ваше личное мнение, почему хотят снять инвалидность? А вот ваше мнение, почему они снимают инвалидность? Я не могу. У меня дважды оперированы женщины, снятые в группе инвалидности. Похоже, у всех инвалидов дважды оперированы. Это стоящий план, как я могу. Прежде чем мы начнем разбираться в этом видеоматериале, я хочу пригласить к нам в студию еще одного героя – Антона Никитина. Это заместитель руководителя главного бюро по социальной экспертизе. Проходите к нам, пожалуйста. Антон Анатольевич, скажите, пожалуйста, вам кажется правомерным снятие инвалидности вот с человека, который получил подобную травму? Ваше мнение? Ну, прежде всего, хотелось сказать, что группа инвалидности определяется не по самой нозологической единице или по патологии, а по тем ограничениям жизнедеятельности, которые заболевание вызывает. Вот. И... А постоянные сильные головные боли, как вам кажется, это ограничение в возможностях человека? Вроде бы внешне он и здоровый, и ходить может, и адекватный, но боль такая, что человек практически не ориентируется в этой жизни. Я прекрасно понимаю, но ситуация говорит о том, что когда человек обращается в медико-социальную экспертизу, он должен предоставить определенный перечень медицинских документов, подтверждающий состояние его здоровья. Вот. А вот скажите, вот еще такой момент. Вам же документы на инвалидность подает лечащий врач, в общем-то, да, вместе с самим пациентом. Его... Нет, вот мнение лечащего врача. Вообще что-то значит для экспертизы или нет? К примеру, сопроводительная какая-то справка и так далее. Ну, все-таки он наблюдает его постоянно. Скажем так, больной обращается самостоятельно к нам с заявлением из формы 88. И на день освидетельствования он приносит все необходимые документы, которые у него имеются, подтверждающие состояние его здоровья. А справка лечащего врача в эти документы входит? Ну, там, скажем так, не справка, а амбулаторная карта. Которую не смотрят. Вот. Которую не смотрят, и которая, когда мы просим, посмотрите, пожалуйста, снимки, вот, МРТ делали, а что нам было сказано в районном, это, в ТЭКе, мы тут не эксперты. Чтобы смотреть. Чтобы смотреть вот это вот. Нет, ну просто мне кажется, что и вы знаете, логике... когда, простите, пожалуйста, да, да, да. Когда комиссия проходит в течение 5 минут, в течение 5 минут им говорят так, выходите, ждите. То есть, скорее всего, что во время комиссии, просто мы хотим понять положение вещей, понять, что там происходит не так, раз больной человек все-таки снимается с инвалидности. Очевидно, происходит так, что вы работаете с бумагой, да? Ну, с поданными заявлениями. Человек говорит, подождите, сейчас мы разбираемся, что с вами происходит. Нет, порядок... Вы не слушаете ни его, ни менее лечащего врача, который его наблюдает. Вам выделено 5 минут, за которые вы должны принять решение. То есть вы подтверждаете просто то, что сделала предыдущая комиссия? Или как это происходит? Нет, на самом деле все происходит несколько по-другому. Прежде чем человек попадает на комиссию, он сдает документы. Первичный документ – это направление на медико-социальную экспертизу, так называемая форма 088. Вы знаете, но, к сожалению, эта ситуация достаточно типичная. И проблема заключается в том, что нет никаких четких критериев. И все отдается на усмотрение этой эксперта. Комиссии. Вот сказали, улучшения состояния нет. Правильно? Да. Но врачи иногда отказывают людям... Говорят, у вас же нет ухудшения состояния, но улучшения не происходит. Понимаете? Понятно. Но, может быть, вам будет удивительно, если не отменили, то один из первых показателей премирования экспертов – это процент реабилитированных инвалидов. Как экспертиза может реабилитировать человека? Никак. Только то есть путем все функции снятия... смешаны, не определены. Это главная проблема. Я хочу показать вам еще один видеоматериал, чтобы вы его принимали во внимание, как вести себя на комиссии. Внимание на экран.
Игорь Евстратов и Иван Сафроненко идут к руководству поликлиники, чтобы узнать, есть ли шансы вернуть группу инвалидности. Я думаю, там откажут. Нам дальше стоит бороться, да? Вы знаете, я думаю, что, наверное, да. Во всяком случае, если у вас удовлетворительный ответ, вы это, опять же, в лоб, если они скажут «нет», категорично «нет», вы скажете, посмотрите, вся документация представлена, все в ней там написано, и вы считаете, что нет. Если вы не отказываете, скажите, куда я могу обращаться дальше. Значит, они вам должны сказать, мы же называем все вышестоящие организации, они должны назвать четко и внятно, а то они любят как бы вот ненароком свалить на кого-то. А вы перед ним вопрос оставьте раз, вы не решаете этот вопрос, решили вопрос не в мою пользу, я не удовлетворен, куда? Вот. Конечная инстанция, это суд, но надо пройти свидетельство, да, конечно. Так что я желаю вам удачи, потому что я считаю, что вы правы. Вы представляете, такое впечатление, что врач направляет своего больного на битву. Она заранее знает, что скажет. Она заранее говорит, какой флаг поднимать. Это что же такое? Получается, что, знаете, по русской такой пословице, один с ложкой, семеро с ложкой. Один инвалид, они на него уже заранее 10 стоят инстанции, которые все кормятся с этого, все чего-то решают. А решить-то может один человек, лечащий врач. Но в крайнем случае какая-то одна комиссия, да, которая, может быть, этому лечащему врачу не доверяет. Что происходит? Дело в том, что есть у нас так называемая многоступенчатая медикальная экспертиза. Еще не вынесено окончательное решение. А почему многоступенчатая? Вот начнем с самого начала. У нас есть критерии, есть способность к самообслуживанию, способность к передвижению, способность к ориентации. Ну что, это критерии? Это критерии, да? Кто это определяет? Способен, не способен? Кто-нибудь задавал ему эти вопросы на экспертизе? Нет. Давайте посмотрим, как проходила экспертиза, чтобы понимать, каково положение вещей на сегодняшний день. У вас сняли группу инвалидности? Сняли. Значит, вы претендуете на группу инвалидности, да? Да. Так, вы не работаете с 2008 года, работать не можете. Нет. Так, рассказывайте, какие у вас жалобы. Не жалобы, головная боль. Головные боли, еще и что? И все, и вот как начинаются они, эти головные боли. Ну, что, тело ватное. Так, головные боли с утра до ночи, каждый день, через день, раз в месяц, раз в неделю. Ну вот. Пожалуйста. Сегодня 10-е. Ну, не надо говорить, 10... а сегодня, в принципе, говорите. Из 10 5. Что из 10-5 дней. Ну, то есть были часто, каждый день, через головные день. Головные боли. Через день, да. Бывает сколько 2 дня. Сколько часов длятся? Значит, длятся от 10, и самое большое было 18. Что от 10? От 10 часов, и самое большое было 18 часов. Они сопровождаются чем? Тошноты, рвоты, головокружением, чем они сопровождаются? Потери сознания? Потери или сознания просто? Нет. Очень или просто головные боли? Очень сильные головные боли. Да. Которые даже, можно сказать, все, еще что, еще я раз говорю. Решили с головными болями. После, скажите, стационару, вам легче становится там после того, как нет. Какое-то проводится лечение? Нет. Или такое же состояние остается? Нет, состояние точно такое же. Вот скажите, пожалуйста, неужели человеку, который не наблюдает этого больного постоянно, вот так за 3 секунды, задав те вопросы, которые мы сейчас услышали, можно сказать, мне все понятно. Комиссия сколько человек должна? Извините меня, комиссия определена регламентом, там должно быть врач-терапевт, врач-хирург, врач-невропатолог, врач-психолог, значит, специалист по социальной работе и председатель комиссии. Вот 6 человек. 6 человек. Минимум. Нет, но, как знаете, минимум 6 минимум человек. Так, и обратите внимание, сколько было на экспертизе на это. Решение принимает врачи-эксперты. Один. Уважаемые коллеги, вы знаете, давайте мы так будем говорить по существу, и тогда мы немножко продвинемся. Вы знаете, дело в том, что я еще... Мы не можем продвинуться, чем мы не продвинулись. Вот, чтобы продвинуться, давайте двигаться. Давайте двигаться. Задан вопрос. Вы нам перечислили 6 человек, которые должны быть на комиссии. Поэтому это комиссия, а не прием врача. Конечно, совершенно верно. Сколько было на этой комиссии человек? Два. Это норма? Два человека было. Вот просто скажите, это норма? Это правомерно. Вы знаете, еще раз я хочу сказать. Есть определенный регламент процедуры. Если там нет полного состава комиссии, то решение можно признать. Вот мы это и хотим понять. Да. Это же не называется комиссия. Что касается нашего героя. Угу. По процедуре вы должны посмотреть все специалисты. После того, отпустить больного по ритуалу, обсудить. Конечно, да. И вынести сказать, решение. Сказать, почитать все его диагнозы.
Три года назад Игорь Евстратов получил тяжелую травму головы. Вот долго не могу работать, потому что сразу ощущение клевости, вялости. Вот эта головная боль начинает повышаться. Лучше всего лечь. Ну и на протяжении вот двух-трех часов, то желательно даже заснуть. После выписки из больницы Игорю дали третью группу инвалидности. Но в этом году районная медико-социальная экспертиза инвалидность сняла. Сейчас все вот эти вот льготы закончились. Вот. Одно лекарство стоит от 380 рублей, а нам в месяц нужно 3 пачки таких, а то и 4. Далее в программе Игорь Евстратов и адвокат Иван Сафроненко попробуют обжаловать решение городской комиссии вышестоящей инстанции – Федеральном бюро медико-социальной экспертизы. Если вы хотите стать участником нашей программы, рассказать свою историю или услышать советы наших экспертов, звоните на голосовой... Жалуйтесь кому хотите, так говорят чиновники в кабинетах нашему герою. Как получить законную группу инвалидности? Об этом мы с вами говорим. После тяжелой травмы головы Игорь Евстратов потерял и здоровье, и любимую работу шеф-повара. Вот долго не могу работать, потому что сразу ощущение клевости, вялости. Вот эта головная боль начинает повышаться. Лучше всего лечь. Ну и на протяжении вот двух-трех часов, то желательно даже заснуть. Попытки устроиться хоть на какую-нибудь работу закончились увольнением по состоянию здоровья. 2 года подряд была третья группа инвалидности. В 2011 году нас ее сняли, мотивируя тем, что человек здоров. Знаете, задача нашей сегодняшней программы для всех зрителей – открыть информацию, да, куда открыто. Мы должны обращаться, любой если может мы написать. Недовольны результатами да. этой экспертизы. Да, да. Вот сейчас самое время, по-моему, узнать результаты, которые были в комиссии, в которую Но вы обратились. Но при этом нужно соблюдать сроки. Да, давайте услышим результаты этой комиссии. Да, в настоящий момент наше решение отрицательное. Да. Группа инвалидности мы не определяем его. Поэтому, если вы не согласны, то в течение месяца вы можете написать в Федеральное бюро, что не согласны с решением. Вас туда вызовут, у вас там хорошие специалисты, все посмотрят, определят, поправят. Если группа есть, значит, они вам ее восстановят. По тем данным, которые есть право. Сейчас у нас, по тем данным, которые есть у нас. Это незначительно выраженный тактический синдром, а сейчас же мы будем делать. Вот я смотрю, невролог, тут и окулист есть, да, все, в общем-то, все. Есть. А головные боли, это... А как вот зрение хуже стало? Ну, зрение с годами хуже становится не только у травматиков, но и обычных людей с годами хуже становится. Я вижу, окулист здесь пишет, но он не пишет, от чего у вас зрение хуже стало, понимаете? Запах не чувствую. Ну, с этим, еще раз, группу не дают. Ушли. Запах этот, нет, не дают. Почему тогда в течение 2 лет давали инвалидность? Вот этот вопрос. Алексей Николаевич, к вам хочу обратиться. Скажите, пожалуйста, вы перед началом нашей программы изучали, мы дали вам все данные на нашего героя. Вы согласны с мнением комиссии, что у него нет инвалидности? Прежде всего, мне хотелось бы сказать о том, что Игорь Александрович инвалидизирован болевым синдромом, болью. Именно боль не дает вам нормально жить, не дает обслуживать себя, не дает работать. Это так? Нет, во-первых, кисты под ногами не путаются. Кисты не мешают ходить. Кисты не мешают говорить, кисты не мешают двигаться. То есть это нормальное состояние для наличие живого человека, кисты, наличие двух кисты в головном наличие мозге? Наличие кисты в головном мозге размерами с вишню, которая есть в левой лобной области у Игоря Александровича, может вообще никак ничем себя не проявлять. А может быть, что оно и полезно будет? Мы видим многократные какие-то примеры, когда люди появятся. С кистами вдвое, втрое, в пятеро больше, размерами с картофелину, даже не знают о их существовании и абсолютно на этом не зациклены. И вот эта вот ситуация, что с кистами головного мозга, что с грыжами межпозвонкового диска, это беда наших пациентов.
увидев какое-то структурное изменение, о котором они даже понятия не имеют, то структурное изменение, которое не привносит ни малейшей клинической значимости в их картину, клиническую картину их заболевания, они начинают беспокоиться, они начинают тревожиться. Можно я задам вам вопрос? Беспокойство подогревается адвокатами, родственниками. Мы понимаем. Вот, кстати, можно на этом этапе я задам вам один подвопрос? Да. Вот я хочу себе представить, допустим, я себя замечательно чувствую и случайно узнаю, что у меня опухоль. Я что должна сказать? А какая разница, что у меня опухоль? Я чувствую себя хорошо. Подождите, я не задала еще вопрос. Или я должна сказать: так, стоп. Мне срочно нужно понять, что с этим делать, насколько это опасно, что я могу сделать для того, чтобы она не развивалась и так далее, да, поэтапно. Если на каком-то этапе мне говорят, что в зависимости от вашего образа жизни, от того, как вы себя будете вести, эта опухоль будет или такая-то, или такая-то, это может ухудшить ваше состояние или улучшить, да? Я забеспокоюсь, я буду вести в соответствии себя с этим. Я думаю, что опухоль в головном мозге достаточно рискованное дело. И в зависимости от того, нервничает, не нервничает человек, какой образ жизни он ведет, часто ли у него головные боли, от этого и зависит его дальнейшее поведение и решение комиссии. Пациент должен обратиться к специалисту, который объяснит ему, опухоль это или киста. Киста не растет. Киста не увеличивается, тогда возникает... киста не малигнизируется. Согласна. Почему с этой же самой кистой была дана инвалидность? Это что, была ошибка? Если состояние человека не изменилось, киста не изменилась, инвалидность была, почему ее сейчас сняли? Иногда инвалидность дается, к сожалению, ошибочно. Так. И это усугубляет страдания пациента. Это усугубляет его моральные и физические понятно. Страдания. Опять, и смотрите. Когда мы настаиваем на инвалидизации пациента, мы таким образом ставим крест на его выздоровлении для того, чтобы пациент не был необоснованно инвалидизирован. Комиссия проводится второй и третий раз, когда есть какая-то возможность ошибки. Вот вы сказали, там что-то болеть, не болеть. Вообще, знаете, я, например, открывал ресторан в Майами-Бич. В Чехии. В Дании месяц русской кухни. Этим летом было предложение. Скажи. Что вам знаете, плохо? Скажем, да, может быть, летом ему было предложение Волчина. Неужели вы думаете, что вот этот мужчина, который работает с 14 лет и имел достойную зарплату, он борется за то, чтобы какие-то там 13 тысяч. Да, 13 тысяч нам сейчас вот так нужны. Потому что на одни лекарства уходит у нас от 7 до 8 тысяч. И вы знаете, я хочу сказать, что по поводу врачей. У нас замечательный наш лечащий врач. Замечательный невролог. Огромное ей спасибо. Она его, в принципе, вытащила. У нас замечательный нейрохирург, которого тоже поднял на ноги. Когда мы к нему обратились перед комиссией, перед тем, как идти в городскую комиссию, мы ему принесли бумаги. Прошло 3 года, он его вспомнил. Он смотрит, да, говорит, не может быть такого, чтобы с таким диагнозом сняли инвалидность. И он так сказал, говорит, пусть хотя бы третью оставит. Это нейрохирург 71-й больницы, звезда. Вот вообще, простите, вот можно этом... я еще... Докончу фразу, которую хотел сказать наш герой, но не смог, наверное, я думаю, по эмоциональному состоянию. Да. Вы представляете, повар такого уровня, это же красивое искусство быть поваром, который, я думаю, был бы счастлив сейчас не 13 тысяч получать копейки и болеть, и покупать эти лекарства, и сидеть дома, а был бы счастлив ездить по миру, проводить всевозможные недели русской кухни по миру. Это же счастье для человека-профессионала. Вы что думаете, он хочет получать эти деньги, чтобы сидеть скажите, дома? Скажите, хотя бы одного человека инвалидность исцелила? Хотя бы один человек, получив эту розовую бумажку, стал здоровым? Да, но это, говорит, вы думаете, здоровье что это одно. Розовую бумажку, а понимаете, вот он, вы выздоровеете? Мужчина, вот мужчина, вы выздоровеете 50... только тогда, когда будете лечить ваше так заболевание правильно. Вот этой бумажки? Именно так, вы свое требует. Мнение скажете на этот счет, пожалуйста. О социальной защите. Знаете, вот мужчина, он семью не приносит сейчас ни копейки. Для него это шок. Мужчины, как правило, они всегда такие очень мнительные. Очень мнительные, да? Но когда я увидела в первый раз, как, знаете, вот... Вот он пошел там умыться, я чувствую что-то не то. Я захожу, а знаете, вот мужчина, который вот 100 килограмм веса, да, вот так он сидит на ванной, вот так вот руки
вот такого зеленого цвета, и он ничего сказать не может. И вот я его, значит, там тащу до этого самого, как ее, до кровати, там минут 20, он в какой-то вообще в прострации. И когда я врачу сказала, говорю, вы знаете, у него такие-такие ситуации вот на этом вот, на втыке. Я говорю, вот такая-то, вот так, а, да, ну как там, что такое сказал, да, ну это бывает. Инвалидность нужна для простых вещей, лекарства человека лекарства не нужны. Денег не хватает. Если возможно лечение, вы думаете, этот товарищ откажется от того, чтобы вылечиться? Реабилитация. Да, та же самая реабилитация. Более чем для уверен, того, чтобы что проводить... за эти три года были перепробованы огромные для способы. Того, чтобы проводить лечение головной боли напряжения, которое вызвано наличием кисты, посттравматической энцефалопатии, вовсе не требуется тяжелых и дорогостоящих реабилитационных мероприятий. Более того, я сейчас скажу для вас удивительную вещь. Да, амитриптилин, который используется для лечения головной боли напряжения и подобных головных болей, стоит копейки и выдается бесплатно. Даже без инвалидности он выдается бесплатно в стационар. Скажите, пожалуйста, а скажите, а почему не сказали это в поликлинике, это не сказали? Почему нам с это не сказали? Вот то, что вы сейчас говорите. Для того, там чтобы... не те специалисты не направили к вам на консультацию. Да нас просто почему? Специально не доносят информацию. Я хочу предложить пациенту... Мы собрались, чтобы помочь человеку. Я хочу предложить Игорю Александровичу, поскольку я вижу, что это пациент нашего профиля, профиля клиники нервных болезней Первого Московского государственного медицинского университета, обратиться в нашу клинику. Например, по вторникам я веду прием, прийти ко мне совершенно бесплатно. Мы оформим карточку и положим вас в клинику, где поможем вам, вылечим вас. По вторникам с 9 до часа. Я принимаю больных. Спасибо большое. Если позволите, я все же два слова скажу про то, что обсуждалось раньше. Почему, скажем так, трехуровневая экспертиза? Трехуровневая экспертиза как раз-таки создана для того, чтобы гражданин, в том случае, если он считает, что с ним на каком-то уровне поступили несправедливо, что врачи ошиблись, эксперты ошиблись. Поэтому именно и создана трехуровневая система, чтобы он мог обжаловать решение. И вот вверху есть так называемое Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. Которое вы и представляете оно, да, сегодня. Оно, в отличие от обычных экспертных комиссий, обладает экспертной клиникой на 504 койки. Там многопрофильные по всем патологиям отделения. И в том случае, если этот случай сложный, как вполне возможно здесь, потому что внешне у гражданина все органы, все органы это, и чтобы разобраться, его нужно, конечно, обследовать повнимательнее. Или это должно было делать до этого ЛПУ, но иногда бывает, что, к сожалению, в лечебно-профилактических учреждениях не хватает как диагностической базы, так еще чего-то. Вот, поэтому есть федеральное бюро, где можно в каждом сложном случае разобраться, госпитализировать. Могу задать вопрос, Елена, непосредственно вам. Сколько вы отменили заключение городской экспертизы? Ну, достаточно. В процентном отношении. Вот к вам за разные периоды времени примерно отменяется от 3 до 8%. От 3 до 8%, вы понимаете? А все остальные, они, как были, по вашему мнению, правильные, законные, обоснованные, действительно, и так должны оставаться. Правильно я вас понимаю? Перестаньте, подождите. Что тогда делать гражданину, если вы отказали в отмене, в пересмотре, оставили то же самое заключение, то же решение? Значит, помимо федерального бюро, можно еще обратиться же и в суд. На любом этапе, в том числе обжаловать и решение филиала, можно в суд. Суд имеет право назначить судебную экспертизу, в рамках которой... Ему приходится пройти 5 инстанций и дойти еще до суда. Перед нами стоит абсолютно здоровый, с виду здоровый мужчина. Но давайте зададим вопросы. Вы сами себя не можете полностью обслуживать? Нет.
Не может. Вы сами не можете осуществлять трудовую деятельность. Есть определенный набор. И трудовую деятельность не может осуществлять. Есть. Так может быть, нам руководствоваться не только документами. Вот подождите. Есть. А пообщаться непосредственно с человеком. Дело как раз-таки, пообщаться нужно обязательно. И в Федеральном бюро, например, перед тем, как человека приглашают, обязательно, как минимум, день рассматривают его. Вы контролируете действия своих, не знаю, подчиненных, нижестоящих? Нет, это не наши подчиненные, это другие. И вы не контролируете. А есть кто-то, кто контролирует эти комиссии? Нет. Что значит у нас осуществляет есть надзор и контроль за ними? Это у нас Росздравнадзор. У нас В какой форме они контролируют работу этих комиссий? Объясню, почему спрашиваю. Страна у нас достаточно коррумпированная, вы это знаете прекрасно. В стране у нас любят брать взятки. Я никому глаза сейчас не открываю на нашу страну, нет? Согласна, да? И практически нету той сферы, где бы русский человек не пытался положить себе в карман. Наверное, вы знаете, в нашем учреждении ни одного такого, вот в федеральном бюро, ни одного, нет! Есть. Я не берусь, я не... Нет, есть, подождите, есть официальная статистика. Нет, простите, я не претендую на роль того... Я не про МСЭ все говорю, я говорю про федеральное бюро. Я хоть слово про вас сказала. Давайте обратиться по фактам коррупции. Есть антикоррупционные комитеты. Нет. Раз. Именно и туда. Есть ОБФ. Я хочу сейчас... Мы продолжим обязательно вашу тему. Но я хочу сказать, что у нас есть еще одна героиня, она сидит здесь в зале, это Баркова Антонина Михайловна. Расскажите свою историю, на что вы жалуетесь. Я поддержу вам. Поддержу. Я приехала из города Железнодорожного. В 2002 году я перенесла 4 инсульта. У меня в голове также 2 кисты. И, в общем, я не помню еще это нарушение в обоих полушариях. У вас псориаз, я смотрю. Нет, это я обожглась. Обожглась? Да. Так. Сейчас. Диабет у вас, да? У меня, да, диабет, 2 порока сердца на обоих клапанах. И мерцательная аритмия, варикозное расширение вен. Я не могу, сосуды рвутся. Из меня 3 года я была на второй группе инвалидности, а потом с меня сняли и дали мне 3-ю группу инвалидности. А вот как вам объяснили, что со второй вам дают 3-ю? А мне так объяснили. Мне сказали, что нам пришел негласный закон, потому что в пенсионном фонде мало денег. У вас есть сын, пусть вас сын содержит. Вот. И когда сказала женщина, которая принимала у меня адаптек, я вас признаю 3-й группой инвалидности, я говорю, скажите, а где, как я могу работать? Я дома не могу не согнуться, вот как мужчина, не у плиты, я не могу находить, ничего не могу делать. Она мне говорит, найдите такую работу, чтобы около дома, где близко рядом, я не ездить не могу. И чтобы на полсмены, не полной смены, на полсмены, я говорю, найдите. Сын вам помогает? Сын мне помогал. Год назад мне сына не стало. Убили, я остался. Я год нахожусь на внутренних, на капельницах, на одних капельницах. Скажите, какое положение вещей сейчас с вашей инвалидностью? На данный момент? Скажите, на данный момент у меня 3-я группа инвалидности. Но вы знаете, я что хочу сказать, мне не дают никакие у нас в городе лекарства. Никакие. Спасибо, мне соседи помогают. Вы знаете, мы попытались ей самостоятельно помочь, провести какое-то расследование. Вот. Тишина, помолчите! И давайте посмотрим, что нам удалось узнать. Внимание на экран. Антонина Баркова идет в районную поликлинику, чтобы получить направление на прохождение медико-социальной экспертизы. Вхожу в инфокрасный патолог, Горин, 27-й кабинет. Ага. Даст направление на МСЭ. А почему переосвидетельствование у вас? Потому что... Группу кожи? Она не согласна с группой. У меня 3-я группа, вы прекрасно знаете. Нет, я ничего не знаю. Сама. Группа в каком заболевании? Ну, у меня после инсульта. Все равно, после инсульта все равно невролог. Все вопросы к неврологу. Будет оформлять. Как бы вам вообще ее не сняли, эту группу? Потому что сейчас снимают со всех. Третью даже? Ну, пусть снимают, если считают, что это здоровье. Люди раковые больные приходят на МСЭК, на переосвидетельство, с них снимают группу. А почему? А потому что считают, что в городе Железнодорожном очень много инвалидов и неправильно полученные группы. А, неправильно. Да. Груди нету женщин. Если нормальные, если
Ну, а у женщины нет груди, а двух сняли. Она вырастет? Так, если разобраться. А если у кого-то гипертоническая болезнь, то можно, да? Да. У нас так. Да, у нас так. Вот что можно на это сказать? Это же отвечают в поликлинике медицинские работники. Ну, во-первых, нужно сказать, что как раз-таки врач в поликлинике оценить, есть группа инвалидности и какой тяжести, а вот группа инвалидности делится по тяжести, конечно, не может. Потому что для того, чтобы это оценить, должна быть определенная специализация. А вот смотрите, то, что она говорит, слишком много инвалидов, поэтому снимаем все, что не попадя, раковых нет, больных во-первых, и так далее. Во-первых, нужно сказать, что совсем уж точного подсчета у нас в том виде статистики, какой ведется сейчас, не подсчитывается. Поэтому, нам просто важно понять, вы этот разговор считаете нормальным? Нет, конечно, врач поликлиники вел себя абсолютно некорректно, на мой взгляд. А информация вас не напрягает, которую она выдает простым людям? Ну, в данном случае, так как она не специалист, то она, к сожалению, грубо ошиблась. Но винить ее в том, что она ошибается, нет, это вот, смотрите, то, это вот, о чем вот говорил мой коллега. Вы специалист, вы разбираетесь в том, кто то это может сказать. В том, а она... простой человек приходит в поликлинику к врачу, он-то врача это, оценивает. Это говорит как раз-таки о том, что все специалисты должны быть высокопрофессиональными. Кто дал право этой женщине вводить в заблуждение больных людей? Вы представляете, в истерике человек. А как еще она может быть в каком состоянии, когда ей несут чушь такую? Причем она-то пришла к врачу, к человеку, которому она доверяет. Она-то думает, что она получает информацию. Свою жизнь, свое здоровье. Вот я хочу объяснить, почему нас волнует именно судьба нашей героини Антонины Михайловны. И почему нас волнует, какая группа ее инвалидности. Идите к нам. Ничего страшного здесь нет. Вот здесь вот. Смотрите, это ее пенсия. Это 1000, 2000, 3, 4, 5, 6, 7. Да, еще 600 добавляют на лекарства. Вот это все деньги, которые у нее есть. Это 7500. Это то, что у этой женщины есть на целый месяц. И сын, который ей помогал, его нету. Итак, давайте мы эти деньги... Ну, как будто это наши деньги и наша проблема. Мы попробуем распределить. За коммунальные услуги она платит. 3300. Итак, раз, два, три. Это потом пополам поделим. Так? Теперь надо купить лекарства. Раз, два, три. И иногда уходит 4. Давайте 3,5 сделаем. Вот как раз эти 500 ушли еще сюда. Осталось 1000. На эту тысячу нужно что? Покушать. Наверное, одеться. И проехать. Ну так, может быть, надо бесплатно говорить о том, чтобы была пенсия побольше у граждан Российской Федерации. Может это быть, одна сторона вопроса. Нужно говорить о том, что чтобы лекарства были бесплатные. С одной стороны, маловато пенсионное обеспечение. А с другой стороны, если у нас с вами есть возможность, вот людям такого уровня и толка, помочь тем, что у них будет более высокая группа инвалидности, и они бесплатные хотя бы... лекарства. Нет. Хотя бы, да? Конечно, бесплатные лекарства для людей с сосудистой патологией... Вот разница в дотации денежной для инвалидов второй группы и третьей составляет какую сумму? Да, там есть разница в лекарствах. Ну, согласитесь, это существенно для человека, у которого на жизнь 1000 рублей в месяц. Бесспорно. Поэтому я вот на одну чашу весов кладу... Вот это, а на другую чашу весов необходимы ей именно лекарства. Мы уточняли у специалиста. Ну, невозможно на эти деньги купить вы все, знаете, что ей нужно. Вы знаете, вот я вам сразу могу сказать, как врач и все же исполняющий обязанности главного федерального эксперта, то, что вот это лежит, это по медицине называется полипрагмазия. То есть это большой набор лекарств, которые, если их все вместе принимать, скорее всего, даже чуть больше могут и вреда усугубить принять. Состояние. Так что, две нам болезни. Не дарить это усугубит ее здоровье? Что нет, нам делать с этим? Может вытащите быть, отсюда некоторые компоненты, которые могут усугубить действительно. Остальное вы можете подарить аскорбинам. Да, все вместе. Ну, следующим врачом посоветуйтесь, хорошо? Посоветуйтесь следующим врачом. Обратитесь к специалисту. Ваш специалист, кардиолог. Спасибо за консультацию. Присаживайтесь, пожалуйста. 3 года назад Игорь Евстратов получил тяжелую травму головы. Долго не могу.
работать, потому что сразу ощущение квелости, вялости. Вот эта головная боль начинает повышаться. Лучше всего лечь. Ну и на протяжении вот 2-3 часов, то желательно даже заснуть. После выписки из больницы Игорю дали третью группу инвалидности. Но в этом году районная медико-социальная экспертиза инвалидность сняла. Сейчас все вот эти вот льготы закончились. Вот. Одно лекарство стоит от 380 рублей. А нам в месяц нужно 3 пачки таких, а то и 4. Далее в программе Игорь Евстратов и адвокат Иван Сафроненко попробуют обжаловать решение городской комиссии вышестоящей инстанции – Федеральном бюро медико-социальной экспертизы. Если вы хотите стать участником нашей программы, рассказать свою историю или услышать советы наших экспертов, звоните на голосовой портал Первого канала по номеру 0730. Жалуйтесь кому хотите, так говорят чиновники в кабинетах нашему герою. Как получить законную группу инвалидности? Об этом мы с вами говорим. После тяжелой травмы головы Игорь Евстратов потерял и здоровье, и любимую работу шеф-повара. Вот долго не могу работать, потому что сразу ощущение квелости, вялости. Вот эта головная боль начинает повышаться. Лучше всего лечь. Ну и на протяжении вот 2-3 часов, то желательно даже заснуть. Попытки устроиться хоть на какую-нибудь работу закончились увольнением по состоянию здоровья. 2 года подряд была третья группа инвалидности. В 2011 году нас ее сняли, мотивируя тем, что человек здоров. Давайте все-таки вернемся к истории Игоря. Мы не знали, какое будет у комиссии решение, поэтому поинтересовались, как может жить человек с подобной травмой. Представляете, как люди сидят, в каких условиях? Что это такое? Когда у человека есть травма, мы никуда ее не денем. Она у вас есть и на всю оставшуюся жизнь. Вот это сейчас вы стали на всю оставшуюся жизнь. Вообще, конечно, это я вот... вообще как-то будет лечиться, еще раз вам говорю, не лечится. Не лечится. Да, вот. Не инвалидность, я не знаю. Лекарства сейчас стоят очень дорогие. Сейчас мы даже вот иной раз не сможем позволить себе лекарства, потому что они очень дорогие. Вот нужно выписывать. Самое страшное еще другое. Что в поликлиниках на сегодняшний день вам тоже будут давать аналоги, дешевые препараты, от которых вы будете сами отказываться. Поэтому это не факт то, что, допустим, группа инвалидности, и вам дадут лечение, и вы пошли, и вам с легкостью выдают этот лекарственный препарат. Это только наше правительство оттуда говорит хорошо, а на самом деле все не очень хорошо. Мало того, если придешь не 1 числа, а придешь 2 или 3 числа, вам скажут, а лекарств уже нет. Вот смотрите, вы видели эту очередь в каких-то нечеловеческих условиях, то ли склад, то ли ремонт. И все для того, чтобы пройти комиссию, в которой нам скажут, что вы ничего там хорошего не получите, дадут дешевые аналоги. Вы представляете, где они вообще, в каком это месте? Это вот этот вот городской филиал МСЭ, Ленинградский проспект, дом 13. Это городской. По-моему, слов нет. А что же творится тогда в районах, где они сидят, в подвалах? Вот, уважаемые эксперты и участники нашей сегодняшней программы, я во время этой программы поняла только одно, что как практически в любой сфере, которая касается нашей личной жизни, а это касается вашей личной жизни, да, мы видим только одно, что исчезает куда-то человеческое лицо. Спасибо. Оно просто исчезает. Спасибо. Вы знаете... Да. Что с одной, что с другой стороны, мы нападаем друг на друга, мы что-то требуем, мы что-то делаем. А в принципе, мы все здесь живем, в своей родине, внутри нее. Мы все, по идее, друг к другу хорошо относимся. Почему у нас вот иногда так как-то взгляд затуманивается, и мы не можем увидеть чужую боль, чужую проблему, и отписываемся бумажками, приказами и так далее. У нас же есть та вилка в нашем решении, где мы можем сделать все по закону, и это будет минус. А можем тоже сделать все по закону, но с душой, и это будет плюс. Я хочу сказать еще один момент. Важно не только то, что мы пишем, но и то, что мы говорим. Говорим пациенту, когда с ним общаемся. Есть старое изречение, что если
пациенту после общения с врачом не стало лучше, это плохой врач. Вот подарить немножко позитива, подарить надежды и показать путь к надежде, показать путь к выздоровлению, это то, что должен делать любой врач. И я очень рад, что у вас правильный невролог, который помог вам реабилитировать. Скажите, пожалуйста, ваши планы, что вы будете делать дальше? Нам сейчас необходимо обратиться в Федеральное судебное бюро, бюро судебных экспертиз, именно на федеральный уровень. Провести медико-социальную экспертизу на федеральном уровне. В принципе, мы все уже подготовили для этого. Мы, будучи в городской экспертизе, написали заявление. Мы собрали полный пакет документов, в том числе рентгеновские снимки, которые есть у нас сейчас. И я хочу все-таки воспользоваться такой возможностью и предложить Игорю передать... Это вот вообще удивительная история. Вы только собирались идти к вам на экспертизу, да. А судьба, собственно говоря, да. Я думаю, судьба... встретила вас здесь у нас на программе. А я скажу, что это судьба в вашем лице. Свела нас здесь на этой программе. За что вам большое спасибо. Я думаю, что в заключение нашей программы можно сказать только одно. Вот чтобы действительно она завершилась достаточно положительной эмоцией, мы сделаем все возможное. Все возможное для вас. И Первый канал, и наши эксперты, которые здесь сегодня присутствуют. Антон, расскажите, что мы можем сделать для этого человека, что вы сделали для того, чтобы на сегодняшний день у него была надежда на положительное решение его вопроса? Ну, прежде всего, поскольку с вашей стороны было написано заявление в Федеральное бюро, да. Мы постараемся в максимально короткие сроки подготовить всю документацию клинико-экспертную, которая у нас сформировалась в результате общения с нашими специалистами, и в максимально короткие сроки передать Михаилу Анатольевичу для дальнейших... А максимально короткие сроки можно уточнить? Это сколько? И я как адвокат, буквоед. В течение 30 дней же сказали, да? Я думаю, что я, в принципе, смогу их даже передать сегодня. Хорошо, спасибо. Потрясающе. Вы знаете, я очень рада, что здесь присутствуют те люди, которые уже начнут вам помогать. А Департамент социальной защиты населения города Москвы также предлагает вам оказать адресную помощь и Игорю Александровичу Евстратову, который может обратиться в Центр социального обслуживания по месту фактического проживания. Спасибо большое всем, кто дал свои рекомендации. Игорь, позвольте, я вам дам небольшой, небольшой совет. Во-первых, хочу поздравить вас с великолепной женой, настоящей подругой по жизни. А во-вторых, пока все это происходит, напишите-ка вы хорошую книгу о русской кухне. Вы отвлечетесь от всего этого безобразия, и, может быть, вам полегчает. Спасибо. Я благодарю всех, кто был на сегодняшней программе. Всем здоровья! И удачи. Спасибо. Третья группа инвалидности может быть определена у человека, если его здоровье нарушено в результате последствий травм или дефектов, которые ограничили способность к трудовой деятельности, возможность самообслуживания, способность передвижения, общения и обучения, а также привели к потере контроля над своим поведением. Инвалидность определяет и в случае необходимости продлевает районы медико-социальной экспертизы. Обжаловать ее решение можно в городской медико-социальной экспертизе. А вот в случае несогласия с городской комиссией нужно обратиться в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. Чтобы решить проблему одного Игоря, нам пришлось собрать в студии руководителей медико-социальной экспертизы трех уровней. А сколько и кого надо пригласить на Первый канал, чтобы решить все похожие проблемы в стране? Я думаю, что у дела Игоря Евстратова есть все шансы получить счастливое продолжение. А мы еще вернемся к этой истории и узнаем, удалось ли нашему герою восстановить инвалидность. А вы никогда не забывайте, ваша судьба в ваших руках. Она не меня одну искусала, понимаете? Я уже не первая. С надзорными собаками должна заниматься администрация города, района или какого-либо муниципального образования. Собака бывает кусачей. Только от жизни собаки. Летят вот 4 собаки, такие здоровые, и все на меня.
уровень общества, он ведь определяется по тому, как относятся к старикам, к детям и к животным. Вот сейчас та, которая меня искусала, она сейчас через 2 месяца ощенится. Та собака, которая покусала конкретно на одежду, она так и бегает. Нет, я знаю, что их утилизируют. Да. Часть из них больны смертельно, часть из них больны заразными заболеваниями. Собаки на улице — это не брошенные собаки, а это дикая популяция диких животных в городе. Я предлагаю задуматься сегодня о неком окончательном решении собачьего вопроса в наших городах. Если вы человек, невозможно. Вы должны особо обращать внимание на меньших. А у нас, я не знаю, какой контроль, потому что очень сложно действительно что-то проконтролировать. Я хочу жить в мире, в котором в сфере моего существования природа абсолютно контролирует. Если вы возле магазина будете кидать косточки, то люди, которые пойдут в этот магазин, конечно, не смогут без взятки, грубо говоря, туда пройти.